Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Лейкин, я участник Пиратской партии России. Я здесь стою за реформу копирайта, реформу авторского права. Почему? Потому что в текущем виде, в нынешнем виде, авторское право, ну, оно не работает. То есть оно изначально для чего создавалось? Чтобы писатели, режиссеры, музыканты получали плату за свой труд. Ну, это правильно, они, конечно, должны получить плату. Но сейчас вся эта система не работает. Во-первых, основную плату получают часто не авторы, а издатели, продюсеры, то есть какие-то организации, которые продают, хотя сейчас есть интернет, и все можно, в конце концов, продавать напрямую. Ну и во-вторых, ну вот не работает вот эта блокировка сайтов. Ну заблокировали сайт, народ все равно найдет способ качать. У нас 70 лет был коммунизм, люди вот не понимают, как можно вот платить за то, что можно просто взять и скачать из интернета. То есть и все эти вот закручивания гаек в плане вот блокировки с сегодняшнего дня нельзя уже качать по закону книги, там музыку. Это все равно не сработает. Люди все равно будут качать, и все равно все придет каким-то новым формам авторского права, которые будут не видеть тупых блокировок, а видеть действительно достойного баланса между трудом авторов творческих и оплатой этого труда. Так что рано или поздно все равно копирайт в нынешнем виде умрет, и скорее всего рано, а не поздно. Спасибо.